Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема для Серега следующая: боли в печени, провоцированные желтухой, либо гепатитом. Все виды гепатита. Почему мы так с уверенностью говорим, что все виды гепатита? Чем же может помочь акупунктура? Ну, так как тяжелое заболевание, гепатит, либо желтуха, диагностика 12 меридианов здесь стоит на первом месте. Это самое первое. Теперь второе, уважаемые зрители. Уже человек заболел гепатитом. Уже проявляется у него желтуха. Что необходимо сделать на первом этапе? Укрепить организм человека, который данная болезнь привела либо к воспалительным процессам, либо к слабости. У детей это может происходить, воспалительный процесс, у взрослых тоже, а вот в преклонном возрасте это может вызвать слабость. Потому, уважаемые зрители, не всегда, мы же говорим частенько в наших лекциях, не всегда воспалительные процессы – это воспаление. Это может также быть слабость всего организма в целом. Потому при различных видах гепатита, желтухи, необходимо укрепить организм. Диагностика может нам показать. Если это воспалительный процесс, то данную точку МЦ7 долинь нужно что? Расслаблять. Отводить эту избыточную энергию, которую болезнь привела в наш с вами организм, либо в организм человека, который заболел гепатитом. Либо данную точку нужно тонизировать, когда диагностика 12 меридиана показала слабость, вялость, что болезнь что истощает организм человека. Вот что необходимо. Здесь нужно сказать с полной ответственностью. При проявлении гепатита акупунктура не лечит гепатит. Акупунктура прежде всего должна вывести эту избыточную энергию, которая что провоцирует либо на воспаление, либо на слабость. И отводить ее до тех пор, пока последующие диагностики не покажут, что энергетика отходит, и уже последующие, скажем так, отведение энергетики уже расслабляет организм. Вот тогда можно уже, скажем так, и брать точки от гепатита, от желтухи, что и уже бороться с данным заболеванием. А данная первоначальная задача любого рефлексотерапевта, либо тех, кто занимается акупунктурой, убирать ту энергию, которая принесла данное заболевание. Вот в чем секрет. А у нас пытается сразу как бы вот лечит, мне задают часто вопрос, лечит желтуху. Лечит все акупунктура при разумном использовании. А желтухи и гепатите, пожалуйста, посмотрите внимательно, анатомия вам в помощь. Вот. Почему? Потому что многие авторы описывают данное заболевание по-своему. Но мы читаем лекции, простите, согласно восточной медицине, и диагностика 12 меридианов у нас на первом месте. Покажет общий энергетический баланс, который либо воспаленный данную точку, я повторюсь, мы расслабляем, либо общий энергетический баланс слабенький, данную точку мы тонизируем. Но здесь мы сразу повторяем и повторяемся, простите за тавтологию, что мы должны узнать, в каком состоянии меридианы. Либо они воспалены, либо они слабы. Это может показать только диагностика. И поверьте, с гепатитом, гепатит можно побороть, желтуху можно побороть. Единственный недостаток желтухи и гепатита – нарушается функция печени. Помните, функция печени около 70 основных функций выполняет в нашем с вами организме. И все эти 70 функций нарушаются при гепатите. Так мало то, что вылечить гепатит можно, залечить, я всегда говорю, можно. Вот, но потом же нужно что? Восстановить организм до болезни, какой он был. Вот это вот тяжело. Сразу говорю, уважаемые зрители, те, кто переболел гепатитом, те, кто сейчас смотрит видео и болеет, не дай бог. Уважаемые зрители, восстановить свой организм можно только под прошествие 12 месяцев. Нет такого, что вот уколол точку и все, болезнь прошла. Нужно восстановить энергетику, поддерживать эту энергетику с помощью акупунктурных точек и последующих диагностик и всей картины, которая покажет нам диагностика. Данная информация, уважаемые зрители, вам в помощь. Спасибо за внимание.